Здесь вам конспекты, тему сегодняшнего нашего занятия. Самая яркая звезда во Вселенной. Сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, как космос и звезды. А кто мне может сказать, что такое звезда? Кто даст определение? Джессика говорит, я знаю, можно я? Да, Даша, отвечай. Звезда – это небесное тело, видимое простым глазом, в форме светящейся точки в небе. Молодец, Даша, садись. Ребята, а кто даст определение, что такое космос? Джессика говорит, подождите вы со своим космосом, мы тут еще со звездой не разобрались. Даша, вообще-то ты неправильно сказала определение, потому что звезда – это я. Ты только посмотри на меня, я же звезда собственной персоны. Нюша, прекращай, опять ты начинаешь. Так, тишина в классе. Ребята, а кто мне скажет, какая звезда является самой яркой в нашей Вселенной? Ой, Джессика Кэт, ну сколько же вам можно это объяснять? Я самая ярчайшая из всех звезд, потому что все звезды гаснут, кроме меня, ведь я самая яркая звезда. Ну когда же все это поймете? Все звезды гаснут, кроме меня, потому что я самая яркая звезда. Нюша, мы вообще-то сейчас не о тебе разговариваем, а о звезде космической, та, что на небе. Как ты это не понимаешь? Ой, Сим, и ты туда же. Ну сколько тебе можно еще повторять, что я самая настоящая и самая яркая звезда? Ну когда ты это уже поймешь? Как это Нюша уже всех задолбала? Строит из себя звезду. А раньше была адекватная девочка. Кто? Она? Да она никогда такой не была. Она всегда была припопахнутой. Так, спортсмен, тише говори, она же услышит. Ну и пусть. Может быть, я специально так громко разговариваю. Ладно, разговаривай. А, ты забыл, какая она хорошенькая была в лагере. Кто? Она? В лагере? Да вспомни, сколько всем она нам пакости делала. Да с первого дня, как только она пришла. И тебе в том числе. Ну, понимаешь, я просто о плохое стараюсь забывать. Вот и зря. Вот мы забываем о плохом, а потом она начинает из себя корчить. Я звезда. Так, самая яркая звезда – это R136A1. И ее смог рассмотреть только один телескоп – Хаббл. А кто мне скажет, какая звезда самая близкая к нашей планете? Джессика Кэт, ближайшая звезда к нашей планете – это я. И я звезда. Все, Нюша, теперь ты не звезда. Знаешь что, спортсмен, смеется тот, кто смеется последним. И вообще, я обязательно чего-нибудь добьюсь, и вы все еще будете за мной бегать. Так, ребята, не отвлекаемся. Всем салют, поприветствуйте суперзвезду. Я вас ненадолго потревожу, мне всего лишь нужно кое-что взять. Только ручку. Возле колледжа собрались толпы моих фанатов, и они ждут автографы. Ты спортсмен! Еще одна звезда! Я же этого не переживу, я этого! Ой!
накричался. Как же она меня? Она меня тоже достала, можешь не говорить. Угу. Чего же я сижу? Чего же я сижу? Мне нужно бежать. Не смотри на меня! И ты не смотри на меня! Да, две звезды в нашем колледже – это уже перебор. Бедный Сим. Да ничего, справится. Так, ребята, продолжаем. Уже не продолжаем. Значит так, эту тему мы с вами продолжим на следующем занятии. Как всегда, не успели. Сплошной звездопад. Все, 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 ребята, до свидания. Звезда уже замерзла. Фух, сколько у меня фанатов. Еле от них отбилась. А это только первый день моей карьеры суперзвезды. А уже такой успех. Фух, как тяжело быть звездой. Все хотят мои автографы и фотографии со мной. Шо-шо, а я не поняла, что это вообще все такое, а? Нюша, я очень сильно занята. Если ты хочешь со мной пообщаться, ну или встретиться, вот моя визиточка, позвони моему менеджеру. Что? Это что вообще такое? Что это Батанша себе позволяет? Я занята, суперстар, позвони моему менеджеру. Хм, даже у меня нету менеджера. А главное, не нюнять. Итак, выше нос, гордая походка, и я ярче всех. Босик! Чего? А, точно, ты же уже с Дашей сошелся. А, точнее, босик номер два. Пошли. Идем. Чего? Это ты меня так назвала? Да-да-да, тебя. Бусик номер два, мне срочно нужны новые шмотки. А, ты вообще помнишь, когда в последний раз я была на шопинге? Все мои вещи уже старые, а я же звезда, я не могу себе такого позволить. Вот, к примеру, Батанша, она стала моей конкуренткой и пытается меня постоянно затмить. А я звезда, меня же невозможно затмить. Вот, поэтому мне нужно срочно обновить мой гардероб. Я хочу себе пару новых платьюшек, кофточку, колготочки, новые ботиночки, бомбер, еще одно платьюшко и сережки. А все мои старые вещи мы выбросим. Так, стоп, стоп, стоп. Во-первых, я не хочу быть номер два. Во-вторых, я тебе никакой не бусик. И в-третьих, мы с тобой расстались. Ну, вообще-то, бусик, мы с тобой не расстались. Это я тебя бросила. А я же девушка, я могу и передумать. Пере что? Думать? Ты думать умеешь? Так, бусик, не начинай, а то начну я. Думать – это моя не самая сильная сторона. Но зато моя самая сильная сторона – это быть красивой и суперкрутой звездой. И с этим я вроде бы очень даже неплохо справляюсь. И с чего ты это взяла? Ну, к примеру, ты замечал, как на меня смотрит Даша? Она же мне завидует. Ну, во-первых, с тебя уже весь класс смеется. А во-вторых, мне кажется, Даша на тебя совершенно все равно. Ну, ты просто этого не видишь, потому что она мне завидует в глубине души. Ее жаба давит. Мне кажется, это тебя жаба давит. Что? Неправда. Между прочим, я дала уже целых два автографа. Слушай, Нюша, ты сильно самоуверена. Все звезды такие, и это нормально. Если бы они не были самоуверенными, то не были бы и звездами, остались бы какими-то хлопушками. Слушай, я вообще не хочу с тобой возобновлять отношения. Ну, бусик, пойми, звезда здесь я, и главное, это то, чего хочу я.
А я не хочу! Не хочу, не хочу! Ой, ладно, все понятно. Мы с ним опять встречаемся, потому что я так решила, бусик мой. Так, гримерка суперзвезды. Чтобы все знали, что это моя гримерка. И чтобы сюда никто не входил. Тем более Нюша. Ой, ну как же мне все-таки нравится. Началось. Даша, а ты не хочешь стать такой же звездой? Хотя, ты и так уже звезда. Сим, а ты? Не-а, спасибо. Мне и так хорошо. Ребята, вот давайте я буду звездой. Я буду ходить по колледжу и говорить «Звезда в шоке!». А еще я придумал кучу классных фишек и свой собственный образ. Я буду самым звезданутым в колледже. Ник, ты серьезно? Две звезды в колледже – это и так очень много, а три звезды мы просто не переживем. Сим, а ты чего стоишь как вкопанный? Скажи что-нибудь. Мой самый страшный сон сбылся. Я поражен. Сим, ты куда? Так, Баташа, нам нужно с тобой срочно поговорить. А чем это ты тут занимаешься? О, мой сарайчик пришел, а я тут выкидываю всякий мне ненужный хлам. Скоро тут все будет по-другому. Это же моя гримерка, и сюда больше никому нельзя входить. Так вот, я решила, что у меня здесь будут фиолетовые стены, прям в фиолетовом свете. А еще у меня будут и тут шторы висеть. Красивые такие, блестящие, со стразами. А еще я выкину этот шкаф, и вместо него мне будет стоять другой в 10 раз больше. А на потолке у меня будет огромное зеркало, прям на весь потолок, представляешь? Представляю, размечталась. Ты не забывай, что это не только твоя комната, а еще и девочек. Ты не забыла, что им нужно еще где-то ночевать? Ну мне вообще-то, кроме тебя, больше никто не нужен, мой Симчик. Какой Симчик? Какой Сэмуэль? Ты можешь не коверкать мое имя. Я Сим, и твоему любимому не нравится, что ты стала звездой. Ну ничего, мой Симчик, ты скоро привыкнешь, что я звезда, а ты парень суперзвезды, суперпопулярный на планете вообще. Ну, за нами будут бегать толпы фанатов, а также папарацци, чтобы сделать наши фотографии. Ну ничего, ты привыкнешь, хоть и будете живой. Так, Баташа, мне надоел весь этот цирк. Когда станешь нормальной, тогда и подходи. В смысле нормальный? Я же суперзвезда! Так, ладно, нужно продолжать наводить порядки. Нюша, что это происходит? Что это за бардак такое творится? Объясни мне, пожалуйста. Ну, Джессика Кэт, понимаете, мне нужно подобрать новый образ, чтобы затмить суперстар Баташу. Зачем тебе это нужно, Нюша? Ты и так красивая, классная девочка. Куда еще лучше? Джессика Кэт, ну вы меня не понимаете. Вообще никто в этом колледже не понимает, насколько для меня важно удержать свой статус суперзвезды. В общем, Джессика Кэт, вы мне мешаете, уходите отсюда. Смотрите на нее. И мешают ей суперзвезда, статус. Одна звезда, вторая звезда. Может, мне тоже стать звездой? Нет, лучше пойду я контрольные проверять. Ого! Никогда не видел такое большое количество фанатов в одном месте. Ага, и все эти фаны нашей суперстар. Да, Сим? Смотри, он с плакатами стоят, что-то кричат. Суперстар лучшая, суперстар номер один, суперстар я тебя люблю. Да, романтик, вот это счастье нам на голову упало. Наши девочки звезды. Ну, я с Нюшей уже не встречаюсь, она не моя девушка. Так, пацаны, а чего это вы такие грустные стоите? Во всем нужно искать позитив.
позитив. Ну и где ты видишь в этой ситуации позитив? Ну вот смотрите, ваши девушки, ну звезды, они очень часто меняют образ. То они блондинки, то они брюнетки, то они рыженькие, то они с корешкой, то они с длинными волосами. И многие парни хотят встречаться с вашими девушками, а то есть они хотят быть на вашем месте. Нет, Ник, а ты дело говоришь? Ну а вы как думали, я же не бум-бум, я умный. Все. Я все понял! Я побежал к Нюше, а я подальше! Ага. Кто молодец? Ник молодец! Послушай, Даша, в честь нашего примирения я решил сделать тебе небольшой подарочек. Спортсмен, спасибо тебе большое! Слушай, а я тут так подумала, ты же мне долгое время подарки не дарил? А чего вдруг решил подарить? Что случилось? Ну, просто нехорошо получилось. Я решил так загладить свою вину. Понятно. И часто ты мне теперь будешь дарить подарки? Ну, часто. Насколько часто? Ну, зависит от ситуации. А какая должна быть ситуация, чтобы ты мне дарил подарки? Ну, по ситуации разберемся. Понятно. Кстати, Даша, мне тут в голову такая мысль пришла. А что, если между Нюшей и Ботаншей устроить баттл? Кто звезда нашего колледжа? Так мы им поможем определиться, кто из них лучше, и решить их спор. А давай. А еще эту идею можно предложить нашей Джессике Кэт. Погнали! Погнали! Так, это лето. Да никакое. Так, может это? Романтик, ну да не мешай ты мне! Все, не мешаю. Занимайся своими делами. Нюша, ты так просила? Короче, это тебе на новый лук. Купи все, что тебе нужно. Круто, спасибо тебе большое, Бусик, мой любимый! Ну это не за что. Только я просил не называть меня Бусиком. Я Романтик. Эх, у меня девушка звезда. Ну, и почему ты молчишь, любимый? Как тебе мой образ? Ну, мне этот наряд нравится больше, чем прошлый. Ну вот, а ты говоришь, не такая, а я вот какая у тебя крутая. Да, ты классная. Вот мне пацаны завидовать будут, когда увидят, какая у меня суперстар девушка. Так, пора показать компромат на Ботаншу. Ребята, идите все сюда. Ребята, хотите я вам покажу один интересный компроматик? Что за компромат? Интересно. Что там вообще? Ребята, а что тут может быть за компромат? Так да, что там может быть интересного вообще? Да. Не понимаю. 100% скучняк. Да. Пошли. Стоять! Ник, а ну-ка не томи, давай показывай. Ботанша, я надеюсь, что ты меня хорошо поняла. Ты должна быть суперзвездой, вот кем ты будешь. Но зачем мне все это? Ботанша, ты что, не понимаешь? Ты должна затмить эту Нюшу, звезду, потому что ее поведение уже всем надоело, и мне, и тебе. И плюс, ты же станешь круче ее. Точно! Даша, ты очень круто придумала! Я согласна! Ботанша, это все ты сделала, чтобы меня затмить? А что Ботанша, это все Даша, найди. Я... Даша? Джессика Кэт, вы только не сдавайте меня, пожалуйста. Ладно. Спасибо вам. Ребята, а вы ставьте обязательно этому видео лайк, чтобы мои друзья меня не нашли. А также подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. И всем пока-пока. Чмоки-чмоки. Муа!
of the